хочу, я видел список, значит, выдвинутых кандидатов. Это Дорошок Павел Владимирович и Натура Шухрат Харилаевич. Я уже несколько раз выступал на трибуне, рассказывал про свой управленческий опыт, про свой жизненный опыт. Я бы хотел немножко добавить. У нас проект бюджета поступил на электронную почту еще 16 ноября. И я вижу со своей стороны недоработку районного совета депутатов по организации обсуждения бюджетного процесса на следующий год. Вот сегодня мы прервали обсуждение проекта бюджета, согласен, то, что у нас мало времени, но времени действительно немного. Все-таки эта работа должна быть поставлена несколько по-другому, с обсуждением, с достаточным количеством времени и привлечением специалистов администрации. Эта работа сейчас у нас, к сожалению, не поставлена. То есть, как заместитель председателя районного совета депутатов, я вижу как раз-таки одну из основных своих миссий, да, и работа именно, работа по организации обсуждения и принятия бюджета. Мне нечего добавить. Спасибо за доверие, если вы верите, будем работать. Нечего добавить к чему? Уже не сказано. Уже вы же третий раз уже выступаем. Поэтому все, наверное, все услышали. Ранее сказано. Ну, ранее сказано. Обратите внимание. Можно приступать к голосованию. Включение Ольги Николаевны. Куранин Сергей Александрович. Это своего рода тренировка перед выборами города. Три раза потренировались. Число голосов, поданных за кандидатом. Дорошок Павел Владимирович – 5. Тангаторов Шухрат Харилаевич – 11. Постановили по результатам тайного голосования считать избранным на должность заместителя председателя Ачинского районного совета депутатов 6-го созыва Тангаторова Шухрата Харилаевича, получившего более половины голосов от установленного числа депутатов. На основании протокола счетной комиссии номер 2 объявляю принятое решение заместителем председателя Ачинского района совета депутатов 6-го созыва избран Тангаторов Шухрат Харилаевич. Спасибо за доверие.